Итак, друзья, всем привет! Вы на моем YouTube-канальчике. Сегодня у нас будут распаковочки и обзор, но, скажем так, не полный. Это видео будет состоять из двух частей. То есть это видео о, скажем так, туристических принадлежностях, которые мне предоставили мои спонсоры совершенно бесплатно. Вот, поэтому очень большое количество будет всего. То есть это мы будем все снимать в два этапа. Сегодня чисто распаковочки, быстренький обзор. И второй этапчик, это будем снимать уже конкретно на природе, когда это все разложится, все будет красиво. И, собственно, вы это все увидите уже вот в реале прям. То есть сегодня это такой коротенький, можно сказать, ну, не особо коротенький, но много вещей на самом деле, много вещей. Итак, с первого, что начнем, что у меня под рукой. Вот, это вот такая вот посуда. В основном все, это фирма, как называется, сейчас скажу, Naturheik. Вот, что здесь у нас есть? Это набор посуды, собственно, вот такой он ставится, ну, то есть, чтобы удобно было там брать и так далее, вот. Здесь в комплекте вот раз, два, три, четыре, четыре чаши таких, вот, алюминиевых, вот, с покрытием. Вот такая штучка, это тоже была в комплекте, лопаточка, ну, такая примитивная, но тем не менее она есть. А, такой черпачок, который, собственно, вот так он делается, и можно супчик хлебать, скажем так. То есть, ну, довольно прикольно, прикольно. Недорогой, но тем не менее, ну, такие тарелочки тоже есть. Не знаю для чего, для каких это целей, там, это прям, ну, может, какое-то мясо положить отдельно там и так далее. Но, тем не менее, они есть, и что очень приятно. Вот. Очень качественные, ну, товары, то есть, я скажу, что это все слаживается, все, то есть, помыть, все, там, все, что нужно, все есть, и плюс это все закрывается. Такой чехольчик, собственно. Вот. Все это покажем вам уже в натуральном вариантике. Так, дальше у нас идет что? Это переходник. Переходник. Сейчас мы распакуем. Вот так все запаковано. Блин, серьезно. Друзья, очень серьезно. Все запаковано. Переходник на газовые баллоны. Вот. На вот такие. То есть, чтобы можно было газовую горелку подключить. То есть, есть баллон с газом вот такой. Ну, здесь крепление именно вот в таком форматике находится. Вот. Поэтому специально для этого был переходник еще куплен. А почему это был переходник куплен? Потому что. У нас есть вот такая газовая горелка, опять же, фирмы Naturheik, не знаю, как правильно, но может быть по-другому как-то. Вот, собственно, тоже делаем распаковочку. И смотрим. У них, я сразу скажу, очень все качественное, очень довольно-таки. Вот в такой вот упаковочке все идет. Вот оно вот, упаковано таким вот образом. Вот. Здесь, собственно, она открывается. Вот так, раз, раз. Сейчас, секунду. Так, еще все новое, поэтому еще ни разу не использовалось. И, собственно, вот здесь есть пьезозажигалка. То есть можно. И для чего вот эта штука используется? Ну, собственно, чтобы можно было с этого баллона вот прикрутить, допустим, сюда и использовать уже. Ну, так, вот такие вот баллончики, собственно. То есть могу вам, в принципе, продемонстрировать, как она горит. Это мы сегодня уже пробовали сделать. То есть удобно для приготовления пищи. Вот такая штука. Вот она закручивается, баллончик здесь.
Не знаю, насколько ее хватает, честно говоря. То есть, без понятия. Ну, сейчас проверим заодно, как она горит. А насколько хватает, то только скажу, когда буду полностью использовать. Ну, вот здесь регулятор, можно, собственно, отрегулировать. Вот она горит. Можете посмотреть, собственно. Ну, тут прям очень сильно. Прям очень сильно, ребят, поэтому вы сами слышали. Первый раз я открыл, и у меня, короче, газ пошел. Хорошо. Открыто все было. Ну, газ вонючий. Такой прям сильно. Не знаю. Вот. Так. Идем дальше. Пускай остывает. Дальше у нас что на очереди? Опять же таки. Вот такой классный фонарик. Это не просто фонарик. Это еще тоже Naturhike. Фирма, это москитный, короче, типа улавливатель, короче, против комаров. Такая штучка в палатку. Так, распаковочка. Чек, распаковочка. Так, вот сам фонарик. Собственно, эти все прибамбасы пока уберем. Есть инструкция пользования, как им пользоваться, как чего там и так далее. Для чего нужно. То есть, здесь встроенный аккумулятор. Здесь есть провод. Еще бумажки какие-то. Вот бумажечки. Не знаю, что тут написано. Наверное, гарантийник. На китайском все. Вот. Бумажечки. А, провод зарядки. Вот такой. Чем плюс? Тут вот, смотрите, есть... То есть, можно его просто ставить. Плюс это вот такая штучка, крючок такой, раз. И можно, в принципе, вешать его там на палатку там, и так далее. Дальше. Это все закрываем. Сейчас попробуем открыть эту штуку. У меня сегодня я получилось открыть, но это прям было очень тяжело. Да, получилось. Вот смотрите, здесь есть такая щеточка. Это убирать комаров. То есть, если они вот прям... попали, то можно там попротирать. То есть, в принципе, продуманная вещь. Я даже не думал, что батарейки какие-то нет. Здесь встроенный аккумулятор. Вот, и, собственно, да, сейчас можем посмотреть, сколько здесь аккумулятор стоит. Если написано на коробочке, здесь написано, что 10 часов. А спортлик это 2000 мАч стоит здесь батареечка. Вот, ну, собственно, зарядка 4-5 часов занимает. Вот, ну, типа на полном, короче, ходу она работает 8 часов. Но смысл такой, здесь вот москитная ловушка. Ну, как вы знаете, здесь смысл какой? Здесь залетают москиты, комары, там мухи там, и так далее. Здесь сеточка, здесь вот эта вот проволока внутри. Под напряжениями она просто, они просто убиваются. Вот. Дальше есть фонарик. Ну, вот фонарик светит. Вот такой обычный. И плюс вот такой фонарик. То есть, чтобы как вместо лампочки. Ну, то есть, два варианта. И у него два уровня яркости. Вот такой, ребят, фонарь. Классный. То есть, по стоимости, смотрите, в интернете, честно, без понятия. У нас сегодня такой общий обзор. Этого всего дела. Так, идем дальше, друзья. Что у нас еще? Очередной тоже такой же вот фонарь-вентилятор. Вот, хорошая вещь, на самом деле. На самом деле там очень замечательная. Ну, как бы я скажу так, что это как и для дома, так и для туризма. Так, тут у нас что у нас там еще в комплекте? Инструкция есть. Инструкция на китайском, все, но там непонятно, что написано. Но я вам сейчас расскажу, что за характеристики. Также провод USB-C, тоже такой приятный, очень классный. Вот, есть здесь вот такая подставочка, собственно. Вот. Ну, в принципе, качественно.
Есть еще вот такая штука. В принципе, мы тоже сейчас достанем. Ну, ты так понимаешь, чтобы вешать вот на... Ну, вешать ее куда-то. Вот. То есть, в принципе, нужная вещь. Очень легкая, кстати. Не знаю, может, титановая даже какая-то. Прям. Ну, не чувствую, что это алюминий. Ну, ладно. И вот сам, собственно, фонарь. Это вот вентилятор. То есть можно прикрутить. Ну, то есть, вы понимаете, вот здесь можно прикрутить его и поставить. Это как Powerbank, 10 тысяч мАч. Здесь отдельно вот есть входы. Вход для зарядки и выход USB. Вот если видно. Дальше. Что у нас еще есть? Есть еще тоже такой, скажем так, тяжело достается, конечно. Ну, короче, здесь такая штука. Ой, я включил нечаянно. Сейчас попробую достать. Вот. Вот он. У меня просто ногтей нету, поэтому как-то так получается. Блин. Здесь. Вот он. Оп. Все. То здесь можно тоже вешать его с помощью вот этой штуки. Сюда вешаем и вешаем на палатку. Смысл какой, друзья? Здесь есть вот кнопочки, если посмотреть. Вот кнопочки. Здесь есть свет. Три уровня яркости. То есть его можно повесить на потолок и, собственно, будет у вас работать. Дальше идет вентилятор. Вот. Три уровня. И плюс таймер. То есть таймер на 1 час, 3 часа, 5 часов. То есть через это время он просто выключится. Его можно как и дома использовать, так и вот в походе. Прям вентилятор очень мощный. Летом будет прям замечательно. Поэтому также рекомендую к употреблению. То есть хорошая вещь, нужная. Нужна в походе. Вот. Но это как бы мои такие штуки. Идем дальше, друзья. Что же еще нужно в походе? Это обязательно вот такой вот лопатка, типа нож, короче, подогнали. Но он тупой. Вот здесь типа пила, открывашка, короче, гвоздодер есть. Ну и плюс на ручке есть веревка. То есть, если вдруг пригодится куда-нибудь. Ну, она пригождается на самом деле. Вот. Даже белье повесить элементарно. То есть, ну, подточим еще, естественно. Вот такая вот, такой вот топорик, там полутопорик, то есть пригодится. Не тяжелый, в принципе, такой металл. Не знаю, как он в работе. Вот. Но как-то так. Чехол, честно говоря, так себе. Думал, будет получше. Ну, дальше. Дальше у нас следующее идет. Еще. Вот такой вот ножик. Вот. Что здесь есть? Здесь есть компас, есть точило. Точило, то есть точить нож. Вот. Оно все так вставляется. То есть, типа тактически, но ну, тактически, ну, написано было для похода. То есть для ремня здесь можно вешать, собственно, его. Вот дальше. Вот огниво со свистком. Вот свисток. Вот, работает. То есть огнево, в принципе, работает. Поджечь им можно что-то. Вот, сам нож, скажу так, что довольно-таки острый. Вот уже изначально с завода шел. Вот. Но огнево типа работает, но не знаю, как сейчас получится мне поджечь что-нибудь. Вот. Вот, видели. Наверное, еще раз показываю. Вот так. Так это работа. Ну, нет, на столе уже всякой ерунды. Хороший ножик. Колбасу резали. Все остро, качественно. Все работает. Поэтому, в принципе, спичек нету. То хорошая вещь. Стоит что-то там 16 рублей. Белорусских. Это я помню точно. Вот. Потому что это Свалбериса.
Это не подгончик. Дальше у нас идет Naturlake. Это вот такие столовые приборы. Сейчас вам покажу, друзья. Это титан. Вот титан. По-богатому. Все по-богатому. Вот титан. Вот такая ложка. Она слаживается, складывается, да. То есть вот раз, и все. Она маленькая, очень довольно-таки. Вот, титан сам по себе крепкий и очень-очень-очень легкий. Вот. Раз, и все. И в чехольчик ее можно положить. Вот. Кстати, в комплекте там идет еще у нас ложечка идет. Вот такая титановая штучка. Вот. Ну, видимо, чтобы вешать куда-то. То есть. Пригодится. Пригодится. Так, дальше идем. Все, кстати, брендировано. Все супер смотрится. То есть, ну, прям офигенно. Дальше у нас идет вилка. И, кстати, там тоже есть такой же прибамбас. Называется. Чтобы вешать эту вилку куда угодно. То же самое. Здесь все элементарно и просто. Система такая же. Слаживание вот это вот прям маленькое. Все кинули и пошли дальше. Все, ну, прям супер. Ну, мне нравится. Очень классная вещь. Naturlake вот делает прям то, что нужно. Никаких вопросов к этому. Так, идем дальше. Что у нас еще? У нас еще здесь остались из мелочи, из такой, да? Это вот, это вообще штука для чего? Ну, то есть, для сигар. Но была куплена для того, чтобы подарена, точнее, уже кем-то куплено и подарено. Для того, чтобы разжигать костер. То есть, тут газа достаточно много. Вот. Я ей как-то... Тут регулируется еще мощность. Не знаю, как она будет в работе. Будем проверять это уже в дальнейшем. И я вам потом уже, собственно, там же на месте расскажу. Может, она расплавится и как бы... то есть, по факту ничего не получится. Дальше идем. Это такие две чашечки, тоже Naturlake, кстати. Вот, из нержавейки. Ну, в принципе, деревянная ручка. Очень красивая. То есть, если попить чай, там, кофе, то без проблем. Очень красиво смотрится. И такие, не тяжелые. Они такие прикольные. Вот. Сейчас, друзья, перейдем... более, скажем так, крупным вещам. Поэтому обязательно следите, смотрите. Еще одна штучка, которая, кстати, пригодится. Вот когда будете... Последняя мелочь, которая здесь осталась. Это защита, защита от газовой горелки. У нас газовая горелка стоит. То есть вы хотите защитить ее от ветра. Это вот тоже фирма... Naturhike, это Naturlake я называю, короче. Неважно, это такие шторки алюминиевые. Вот. Легкие, классные, супер-супер-пупер. Вот, и видите, тут все брендировано, все красиво. Бренд есть, все есть. Вот. И все в чехольчике там, скажем так, таком. Все удобно, от ветра защитились, и все, и вперед в поход, как говорится. Ну вот, полетели. Так, отличненько. Сейчас переходим к большим вещам, поэтому не переключайтесь. Сейчас все уберем и полетели дальше. Ба-бам, ребята. И вот, и, собственно, уже у нас другие вещи на столе. Смотрите, начнем с этого, наверное. Это рюкзак. Вот, 60 литров. Фирма, честно, без понятия. Не знаю, какая-то китайская, хрен его знает. Но хорошая вещь. Вот. Сразу скажу. То есть очень-очень крутой рюкзачок. То есть тут все достается. То есть пропиточка специальная от влаги и так далее. Очень много кармашков. Открывается все здесь. Вот. Здесь, супер.
супер много всего. Вот. Здесь кармана столько, что мама не горюй. Я говорю, что здесь дождевик специальный, то есть одевается наверх. Вот видите, для дождевика карманчик у нас. Вот, даже здесь на карманы есть, вот на этой штуке. То есть здесь можно телефон положить, все что угодно. То есть, ну, вот прям супер профессиональный, классный рюкзак, классный цвет. То есть много чего вмещается, много карманчиков здесь, всего, ребят. Так что рекомендую, вот если кто будет покупать, то, пожалуйста, покупайте. Очень вещь классная, то есть, ну, прям супер. Вот даже для воды, вот если кто-то, ну, есть специальный вывод здесь вот, для воды. И крепление, кстати, для вот этой, ну, сосалки вот этой, да, даже здесь вот есть такая штука специальная. То есть, в походе пьет, то есть, воду туда в рюкзак ложите и можете просто идти пить, чтобы не доставать. То есть, классная вещь, на самом деле. Мы ее там сейчас вниз сбрасываем. Вот. Что у нас дальше? И у нас идет еще спальные мешки. То есть их два вообще, ну, немножко разные модели. Но просто это поменьше, чуть и побольше. Вот есть на гусином меху. Гусином меху. Это, по-моему, модель Naturlake 560G. Ну, то есть вот в таком форматике. Очень легкий, очень вместительный. Вот, то есть все хлястики, регулировочки, вот это все есть, то есть он открывается в таком форматике, вот, ну и, собственно, достается. Здесь есть внутри сеточка, вот, тоже в комплекте идет сеточка, вот такая специальная для хранения. Ну и сам мешок, ну я уже и доставать его не буду, это все будем доставать мы. Уже в походе, я вам покажу в полном раскрытом виде. То есть в комплекте больше ничего нет. Только вот это и вот это. Все. То есть качество. То есть они, вот этот мешок рассчитан примерно на 3 градуса тепла. То есть это прям комфортно будет. Можно ниже, там, по-моему, до минус 5. Можно в нем балдеть. Вот, поэтому еще тоже идет вниз немножко эта вся тема. Дальше, ну, вы знаете, что, в принципе, путешествие планируется на велосипедах, поэтому дополнительно еще, кстати, еще будут обзорные велосипеды обязательно, два, вот, на которых фирма Stealth, сразу скажу, не покупайте никогда эти велосипеды. Вот, такой вот, скажем так, багажничек маленький, там, бардачок, там, или как называется, на велосипед, то есть ткань такая вот, ну, противоводная, даже замки там проклеены как-то там прикольно. Вот, то есть, ну, здесь для каких-то, может, инструментов, может быть, как для аптечки там и так далее. То есть, ну, это просто параллельно все это дело мне подогнали. Вот. Тоже идет вниз. Дальше у нас тоже фирма Naturlake. Там, не знаю, не написано. Но здесь написано. Вот здесь. Вот здесь написано. Ну и здесь тоже самое. Все новое, ребят, все новое. Полностью. Что же это такое? А это, друзья, очень классная вещь. Это кресло. То есть мы его тоже покажем. Ножки специальные для земли, чтобы в землю не въезжал. То есть, ну, это их технология какая-то, короче. Ну, здесь все упаковано, здесь все, ну, оно не сразу, что легкое, но оно выдерживает, скажем так, мой вес, там, по-моему, до 200 килограмм. Вот, здесь можно открыть, очень крутое, я вам опять же покажу, то есть я не буду прям открывать все, видите, какие материалы, то есть здесь очень качественно все, очень круто все выглядит, поэтому я не буду прям вам все открывать, показывать, это мы все сделаем на природе. Чтобы уже, скажем так, в боевых условиях вы все сами посмотрели. Потому что это будет самый оптимальный вариант, чем я сейчас буду вам показывать. Это... А так мы разложим все, сделаем красиво, и вы уже воочию увидите, вот, реально, как это работает. Так, ладно, потом сложим, чтобы время не терять. Идем дальше, друзья, идем дальше. А дальше у нас вот такая штука. А что же это за штука?
Это такой столик для разделки. Короче, там мясо, там все, если вы хотите там что-то приготовить, то без столика на природе никак. Есть такой легкий алюминиевый столик. Ну, он стал очень прям сильно легкий, но в принципе да. Фирма Naturlake опять же таки радует. То есть он полностью запакован. Вот в таком форматике. Я его распакую именно уже конкретно на природе. Но сразу скажу, что неплохая штука. Вот. 50 килограмм удерживаю. То есть вполне, вполне себе. Вот. Чехольчика. Все, видите, у них всегда все в чехольчиках. Все красиво. Вот. Супер. Супер, супер. И будет интересно, как я это все довезу, конечно, на двух велосипедах. Это будет интересно посмотреть. Поэтому, друзья, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Так, что же у нас есть дальше? Это у нас, друзья, палатка. Вообще, палатка вот эта вот, по-моему, трехместная. Трехместная палатка. Вот у нас фирма. Naturlake, все дела. Это здесь подстилочка под палаточку. Ну, то есть она как бы сначала ложится, дальше уже идет палатка. Сейчас я ее достану. Но я опять же говорю, что сильно прям не буду открывать, потому что здесь все как бы все упаковано, все по красоте. Я ее полностью уже распакую, когда вот, установлю, покажу вам, как это все делается. Вот, это такая всесезонная палатка, которую, в принципе, ну, типа даже зимой можно. Не знаю, честно говоря, будем проверять. Вот. Это For Apollos 3. For Apollos 3. Мат. Ну, это мат для нее. То есть, это вот Apollos 3. Это палатка. И самое интересное, друзья, еще у нас осталось. Это самонадувающийся матрас. Самонадувающий матрас, который, в принципе, не знаю, как он будет самонадуваться, честно говоря, но нужно, то есть матрасы, которые вот в таком формате, я решили, короче, нам не подгонять, а вот решили вот такой матрасик. Смысл такой, я не буду полностью доставать. Вот здесь открывается, это на двух человек. Вот здесь открывается, и он вот эти вот фильтры, да, то есть не фильтры, а вот эти вот насосы, или не насосы, короче, клапана, они надувают этот матрас. Не знаю, с какого времени, но мне интересно будет посмотреть. Так что, ребят, как-то так, наверное. Наверное, уже все у нас закончилось. Вот. Вот, или еще, ребят, еще у нас есть один моментик, да, мне этот подсказывает ассистент. То, что мы забыли самое, ну, не главное, но, скажем так, одно из важных вещей. Это вот такая штукенция. Ой, блин. Короче, очень тяжелый. Очень тяжелый. Это, блин. Это, короче, мангал. Мангал, друзья. Мангал. Тоже от фирмы Naturlake. Это трэш, реально. Сейчас мы немножко это все уберем. Вот. Ладно, потом. Потом немножко сейчас я просто его достану. Вы обалдеете. Реально очень качественный, классный, но реально тяжелый. Я не знаю, как на велике его привезу, честно говоря. Либо это будет просто как бы не на очень длинные дистанции. Вот. Он весит дофига. То есть там реально очень много прибамбаса у него. Чтобы вы понимали, вот это все упаковано. То есть вот это все сейчас мы достанем. Сразу бам, туда. Тут даже, видите, какая, как фирма классная, ну, прорисована здесь. То есть здесь очень круто смотрится. Так, так, так. Все, такой металл довольно качественный. Вот. Немножко я сейчас все переложу. Дальше идет у нас тут какая-то станина еще дополнительно. Что интересно, у них все упаковано очень круто. Ни разу еще не открывался. Ну, открывался, но не использовался. Здесь смысл такой, что можно жарить мясо, вот прям видите. То есть здесь, ну, блин,
Прямо вот здесь, типа на сетке такой. Вот. Сетка очень крутая. Здесь... это днище. Походу, здесь. Так, сейчас немножко здесь подрегулирую. Да, это днище. Подставочка, типа такая вот. Вот это все здесь устанавливается. Это еще, ребята, это еще не все, интересно. Это еще не все. Это сама подставка, на которую все, вообще все ставится полностью. Это по-моему, поцарапано, конечно, немножко так. Как-то странно. Или это что такое? Да, она поцарапана. Но это, скорее всего, при перевозке случилось, поэтому не будем уже говорить, что ничего страшного. Ничего страшного. Ну, так по виду очень качественно. По виду очень качественно. Ничего страшного. Написано Made in China. Что же у нас еще там есть? Что у нас есть? Сейчас еще найдем. Еще у нас там, ребят, кое-что есть. Может, тут все сейчас повалится. Там, скажем так. Так, стоять. Все падает, все у нас. Ничего страшного. Короче, еще есть вот такая фигня. Это типа с чугуна такого сделано, жесткого. Блин, не знаю, что за фигня, но, блин, короче, трэш. Вот, и столики. Столики то же самое, здесь они, скажем так, ложатся. Чтобы можно было поджарить там и мясо выложить потом. Ну, очень, скажу так, система очень продумана. Нержавейка качественно. Ну, и стоит, я скажу так, что я смотрел, там дороговато стоит. Ну, все, вроде бы все. Это все будет в сборе, собственно. Вы это все посмотрите. Ну, вот, я надеюсь, вам все понравится. Вот. Много всего, много приколюх. Уже встретимся, собственно, на месте. И там все посмотрим. До второй части, друзья. Так что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. И следите за каналом. Будем много путешествовать, много снимать видосиков. Всяких интересных. И всего-всего-всего будет много. Всем пока.